Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию зимние палатки для рыбалки фирмы Stek. В данном случае у нас палатка Stek 4 серии Elite. Elite – это палатки из более прочной ткани, чем у обычной палатки. Тут идет Oxford 210 влагонепроницаемостью 2000. Пруток идет сплав титаново-алюминиевый B95T1. Юбка увеличенная до 25 сантиметров. Ну, что мы, в принципе, сейчас и увидим. Это самая большая палатка, четырехместная из этой серии, размер которой между стенками получается 240 по диагонали, практически 3 метра, 290 сантиметров. Высота палатки внутри по коньку 180. Если смотреть до пика снаружи, то она будет намного выше. Внутри палатка оснащена двумя кармашками для всяких мелочей. Раз. И два. Есть окошко отдушина, через которое будет поступать воздух. Каркас палатки зонтичного типа, что обеспечивает максимальную скорость сборки и разборки. Юбка палатки, увеличенная до 25 сантиметров, имеет петли, за которые мы будем крепить ее к стегу с помощью вертышей. Есть оттяжки для есть петли для оттяжек, за которые мы будем крепиться во время сильного ветра, чтобы нашу палатку не унесло. Цвет палатки производитель старается не менять. Вот серия Elite имеет вот такую расцветку. Вот. У палатки молния двухзамковая, односторонняя, которая открывается одним движением. Легко и просто. Палатка собирается так же просто, как и разбирается. Как и у всех палаток, колено сборки освобождаем от материала, чтобы во время транспортировки суставы не попортили наш материал. Вот нашего материала немножко подтягиваем, чтобы она поместилась у нас. Чехол и Как видите, палатка Stek 4 Elite собирается за достаточно короткое время. Время сборки заняло всего несколько минут. Вот. Поэтому, скажем так, цена в палатке не столь высока. Относится к палаткам серии эконом-класса. Цена-качество соответствует. Рекомендуем!